Меня зовут Белла. Я занималась многим видом спорта. Я занималась карате, тайский бокс, два раза боксом, армейским рукопашным боем. Что тебе больше всего понравилось? Армейский рукопашный бой. Нормально? Разбивала там лица? Как разбивала лица? В армейском рукопашном бою есть шлем, и в нем невозможно разбить лица. Ну, хотя бы кого-нибудь нокаутировал? Да, нокдаун, конечно же. Ты готова? Да. Один, два, три, поехали. Не держись так сильно, не держись, Белл, ты можешь держаться. Ой, ну я... она худая. Тот момент, когда я бы, если зарубился бы в этом, мне кажется.